Ербулат Бедильхан не только очень хороший продюсер, но и добрый по натуре человек. Страсти после отмены концерта его подопечных в Актобе еще не до конца улеглись. Вот он и решил все разъяснить. «Мы сделали все возможное в той ситуации. Я говорил тому человеку, чтобы он нашел другое место. Он в течение 2 дней рассматривал много других вариантов. Я говорил это и раньше, и повторюсь вновь. Я все прощаю, потому что я, как и они, казах. Все мы казахи». Такой негативный ажиотаж Ербулат объясняет просто. «Люди немного ошибаются касательно моих ребят, у них неверное мнение. К сожалению, в большинстве своем все это из-за представителей СМИ». И да, этот инцидент не помешает парням продолжить свое путешествие по Казахстану. «Никакого страха нет, мы по-прежнему собираемся гастролировать по 15-16 городам. Сейчас идет подготовка. Они работают над безопасностью. Мы тоже требуем только безопасности. Хотим, чтобы ничего не угрожало как артистам, так и тем, кто придет на концерт». Кстати, у самих подопечных Ербулата тоже много перемен в жизни. Зак, к примеру, решил постричься, и для этого у него была очень веская причина. «Во-первых, я решил состричь волосы. От постоянного воздействия краски они ослабли. Пришлось постричься. Во-вторых, ну постригся я. А что от этого изменилось?» Впрочем, это еще не все. «Сейчас мы собираемся силами. До этого мы провели несколько выступлений, теперь немного поработали в студии и набираемся физических сил». Вдобавок, у самых популярных представителей Q-pop в стране есть послание для всех своих поклонников. «Всем казахстанским Иглс, скоро мы будем в вашем городе. Приходите на концерт с любовью и теплотой. Ждем. Сау!» Нам остается только добавить, что мы будем продолжать держать вас в курсе событий. Оставайтесь с нами.